Итак, здорово, чуваки. С вами Бодрый Нестра. Продолжаем проходить зуб. У нас осталось три части. Это зуб 0, зуб 02 и зуб 9, который я купил в момент его выхода. Мне как покупателю франшизы дали маленькую скидку. Но сама по себе игра дешевая. И как она обычно заебет. Давай начнем. Вроде легко. Далее. Пока легко. А, вот так что ли? Далее. Ах ты, блядь. Ебучие, блядь, ладно. Ну сюда давай. Блядь, улетает, сука, да? Какая нехорошая хуйня это, блядь. О, сейчас попал, сейчас заебись. Оно не катается, да, здесь, я так понимаю. Во, блядь, стоим. Ну, вот так, в принципе, можно. Пройти. А, блядь. Тоже легкий уровень. Сегодня, может, все зубы да пройду все-таки, чтобы они все пройденные у меня были, нахуй. Тоже очевидно. Какая-то музыка более такая не скучная игра здесь. Такая расслабляющая, я бы так сказал. Тоже легенький уровень. Лети, сука, в точку назначения, нормально. Далее. Эх, блядь, сейчас. Хуйня с второго раза получится. Ай, блядь, не попал, ёбаный рот. Вот. Со второго раза сегодня все получается. Блядь, что-то упал, похуй. Тоже очевидно, но с третьего раза вроде вышло. Так. Что тут надо делать-то, ёпта? А-а-а. Сразу не допрёшь. Сегодня что я... Допустим. А дальше что? Это что дает? Блять, я что сделал? Хуй поймешь. Achievement.
Чего? Что они сказали? Тьфу ты, ёб твою мать-то, блядь. Чумин, блядь. Я только сейчас понял, как пройти. Achievement. Вот так вот. Хуя, какой-то голос робота они сюда добавили, блядь. Допустим. Лети, родной. Молодец. Блять, тут чё? Во, чуть не проебался. Заебись, заебись. Так, чё тут дальше? Понятно. Так. Ага. Угу. Такс, такс, такс. О, как было предначертано. Что тут у нас на повестке дня? Ну, тварь ты ебучая, ну что ты? О, отлично. Хуя себе, как тут? А, вот так. Жестко, блядь. Да. А, шучу, не жестко. Такс. Какие-то легенькие уровни, блядь, что нихуя не сложно вообще. Скажу я. Ха, хуя. Блять, это. Во. Нормально. Так, так, так. Ну вот эти, я думаю, пока трогать не надо.
вот эти надо трогать. Ай-яй, блядь. Не доперла моя тупая башка, сука. Что я затупил? Хуйня, отыграем. Так, что дальше? Вот это что даст? А, так что ли? Сейчас, пардон, пацану, надо покурить. Курить хочу, блядь. Блять, Зубзиру какой-то легенький. Кстати, я смотрел, что Зуб 9 будет гораздо сложнее, там по низу, блядь, прыгают шарики. Так. Допустим. А, вот так. Пойдет. Так. Ну, в принципе, это очевидно было. Так, дальше. Так. Что вот эти дают вообще? Во, блядь. Не-не, это не то. Это во мне это, блядь. Сука, еба... Блядь, не сюда, сейчас. Сюда куда-то. Блядь, вот нахуй я их тронул, их не надо было трогать. А вот сейчас нормально. Далее. О, видишь, как простенько. Отлично. Так. Ну. Такой себе. Ах ты, блядь, ну понял, как пройти, ладно. Иди нахуй взрываем. Блять, не поторопился. Бля, не, походу не эту сейчас. Ах ты, сука. Ну, бля, ну, в принципе, понятно, как пройти. О, блять. Села хрень, блядь. Подожди. Блядь, я как тогда нахуй? А, вот так что ли?
Ну, тут на удачу надо надеяться тогда. Что вот эта галиматья дает? Понял. Нормально. Блять, интеллектуальная игра, сидишь и даже не напрягаешься. Ах ты, блядь, сука. В рот ебать. Нахуй с ней. Парень, по сути, я понял. Вот так вот проходится данный уровень. Так. Тоже легко. Так, а что тут что? Допустим. Вот оно чё. А, блядь, нахуй я её тронул-то? Я не знаю, что он был делать. А, вот как. Вот как. Не, подожди, туда. Сука ебаная, блядь. Блядь, надо заранее что ли бить? Бля, где она? Я не могу подсечь. Интересно, блядь. Во. Ну, это было тоже очевидно. Блять, еще один замороченный левел. Блять, пиздец, что я поторопился, ладно. Сейчас переиграем. Ну, вроде того. Ага.
И что это было? По сути, ясно. Ну да. Так посмотреть, они тут и не особо-то и заморачивали, чтобы усложнить как-то что-то. Ну, хорошо, мне это на руку, блядь. Даже и так можно. Блять, а тут вот... Да, это прыгает у нас. А тут вот так. Тоже очевидно. Идем далее. Что это было? Тоже легкий какой-то, блядь. Пиздец. Хуйня. Оп, стоп, оп, стоп. Что, блядь? Простите. Я нихуя не понял. Сейчас понял. Нихуя себе, я профессионал, вы видели? Ну вы посмотрите, ебать, я вообще нигде не въебываюсь. Ад. Да и только. Бля, как по этой хуйне попасть? Допустим, оно мне тут пригодится, хуй с ней. А, подожди. Не-не. Да, подраскинем, хуй с ним мозгами. Понятно. Блять, перебор.
Ну, среднюю, а что ж как лучше, последнюю, ну. Так, больше шансов, ну. Такс. Бля, мне тут ведь зеленая будет стопорить, сука, да? А, не, нормально все. Смысл. Ебать, и куда она улетела? Хуя себе тут как вообще, блять? Пошло. Давай думать, что уже делать-то. Сука. Так. Хуя я сообразительный. Ха. Чё, деньга. Так, это чем? Тоже легко. Угу. Ах ты, блядь, тварь. Во. Подожди. Нет. Сука. Бля, сейчас усядусь поудобнее, бля. Тут трэш пошел, трэш. Так, смотрим. Это сюда. Но. Ну так-то не должно быть. Вот так должно быть. Все четко. А, блядь. Брать нах. Ты мразь, блядь. Короче, на удачу надеюсь, я понял. Во, а вот и удача улыбнулась нам прямо в лицо. Флешка достижения дали. Тоже легко.
Тоже изи. Да я, блядь, гений, нахуй. В такую игру ты шпилить. Блядь, а тут как? Ага. Ах ты, сучка ебаная. Тогда вот так. Не, вот, наверное, последнюю, среднюю. Попробую среднюю нажать. Хуй на ней, блядь. Ладно, хуй с ней. Блять, а чё получается, это дальний бит, что ли? Ну ладно. Дальний так дальний, хули, мне не трудно. О, тем более это принесло успех. Так. Ах ты, сука, блядь. Во, блядь. Нет, это не то, да? А, ну допустим. Тьфу, блядь, твою мать. О. Но это нихуя не принесло успеха. Ага. И что? Какой взрыв? Нет. Хуйня. А, вот как, вот, понял я, понял. Вот так, ёпта. Изи. Так. Ебать. Что за хуйня? Как это пройти? Блядь. Гениально, блядь. В чем смысл? Потому что вот этим надо сбивать, а... А, вот так. О, блядь. Пардон. Сейчас. Блядь, у меня еще два зуба впереди, пиздец. Сегодня, походу, мои нервы будут пиздец гореть.
Ну, короче, сразу надо выстреливать его. Готовься. Надо было чуть-чуть обождать. Сука, замудрено, замудрено, бля. Ну ладно. Это пиздец. Ну тут надо на удачу надеяться, это, бля, хуйня. Тут главное только на удачу надеяться, больше ничего не поможет. И что? Я ему сказал лабу. Все мимо, блядь, улетело, ебано. Пиздец. Давай. Блядь, нихуя. Бля, что жарко ж стало, ебать. Ну и что толку, ёпта, я мимо. Ну я почти дошел до успеха. У меня получилось попасть. Бля, до 40 минут должен справиться. Как вы считаете, пацаны, до 40 минут записи я смогу вывести? Эту хуйню. Мне кажется, нет. Мне кажется, нихуя не смогу. Да мне верхнюю надо бить. Верхнюю только почти мне помогла добраться до зеленого этого финиша. Да. Я даже сам не знаю, смогу ли я справиться нахуй. 40 минут с этой хуйней. Мне кажется, нет. А, все мимо улетело нахуй. Ну давай пытаться, пытаться хули. Других вариантов нету, как только пытаться. Бля, ну может мне надо с задержкой секунды где-то не выбивать. Его знаю. Вот, секунду подождал, все равно проебал. Ладно, че, сейчас попробуем что-нибудь сделать. Да надо сразу, блядь, но не попадай сразу у нас, сука. Хоть убейся, блядь. Ну и что это? Пока шары катятся, я могу сигарету подкурить, это пиздец было она. Давай, родная, сука. А это куда летит вообще? Ну это мимоходка. В рот ебал нахуй. Да надо сразу делать это одновременно, я так думаю. До 40 минут не вывезу. Оно вниз улетает, видишь. А одновременно нажал вообще. Пролетело, даже не успел синий шарик докатиться. Не знаю, надо думать. Думать надо. Так, а что мы, если попробуем по-другому сделать? Блять, куда ты? Вот так вот. Ух ты, это, оказывается, еще проще было, чем я думал. Ебануться, блядь.
И это тоже простим. Блять, тут все надо одновременно сделать. Ага. Отлично. Так. Хуйня. Я ничего не дает. Вот это подстава, блядь. Успеть надо выстрелить. Отлично. Хуйня. Хуйня. А не, подожди. Ладно, пусть ненормально. Блять. Во. Как все ладно-то получается, да? Так, дальше чё? Ёбаный помидор, блядь. Ну? И что? Так. Хуй с ним, ладно. Блять, а тут хуй попадешь. ТП. Хуя себе, блядь. А, они все взрываются. А, вот так, что ли? Ну ладно. Бля, думаю, этот последний остался. Лети, родной, в пекло, нахуй, молодец. А, нет, еще один. Еще один уровень. О, подожди-ка.
хуй с ней. Ладно, допустим, это до сюда. Блять, а оно не взорвется, если я его перебазирую? Да не должен. Сука. Блять, а? Интересно. Тварь ебаная, сука, ты видела подставу, блядь, века нахуй. Тварюга, блядь. Как она не вовремя-то, а? Блядь, теперь еще пытаться миллион раз. Ну, в принципе, проход ясен. Надо только финала дойти. О! Все. Пройден. Зуб Zero пройден. Я, наверное, сразу сейчас начну зуб Zero 2 проходить, хули тупить. Все, все ачивки получены, да? Нет, еще какие-то не получены. Ладно, чуваки, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Сейчас зуб Zero 2 запустим.